я снимаю. Дорогой мой директор, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, любви, много хороших оценок. И чтобы мама Шугаева не ругала. С Новым годом! Ура! Товарищи кадеты, хочу поздравить вас с Новым годом. Пожелать нового здоровья, успехов, счастья, сдать хорошо экзамены, исправить свои плохие оценки, наладить контакты с одноклассниками, не ссориться, не ругаться, долги не давать, лучше давать, конечно, прощать. Хочу, чтобы никто не матерился, не говорил таких гадостей. Хотите мой берет, я все равно есть не буду. Ничего не делал. Всех поздравляю с Новым годом. Да, товарищи кадеты. Чтобы все с вами было хорошо в новом году, чтобы никто не умер,
девочкам я хочу пожелать, чтобы они не куролесили. Парням я хочу пожелать, чтобы они не куролесили. Да-да-да. По вечерам. Кто-то меня подозвал. Пайзун коня подозвал. Хочу коржи жрать. Ну что, мой девятый жор? Новым желающим, новым 2016 годом. 2015. Чтобы все не сдохли, чтобы здоровы были, так далее. Снова 2015. Карина, вы не можете. Ну что, ребятушки, с новеньким годиком. Первое отделение предлагаю встать. Вставайте, первое отделение. Вставайте. Давай, вставайте, сейчас благодарность вам объявлять буду. Круто! Ну, дети мои, с Новым годом вас поздравляю. Счастья, здоровья, оценок хороших. Всего самого хорошего, наилучшего. Желаю вам. И, в общем, вообще, вашими молитвами живу. Спасибо. Поставьте на телевизор, снимем состав. Так что, не знаю даже, чего вам пожелать. Надо много чего желать, но это на будущее. Желаю вам всего. Мне кажется, будет очень плохо.